Добрый день! Приветствую всех, кто на моем канале. Сегодня хочу сделать обзор многолетников, те, что хранятся на улице. Сейчас я вот воспользовалась тем, что плюсовая погода на улице 14 декабря, а на улице плюс 1,5 градуса. Московская область, северо-восток. И вот показываю розочки. Решила я их проведать, проветрить. Эти розы я купила для себя. Вот так они у меня хранятся на улице. Вот. Сейчас я их проветрила. Кое-где, ну, прям минимально плесень была на листиках, оборвала. Вот они вполне живенькие, хорошенькие, хорошо так зимуют. Вот я их так укладываю вдоль отмостки. И закрываю. Сейчас проветрила, буду закрывать. Спанбондом несколько слоев. Сколько есть, не жалко для себя. И пленочкой. Поскольку погода плюсовая, бывает, что и дожди идут. Вот. Ну, это флоксы. Ботву я не стала удалять. Весной все обработаю. Вот упаковала все. Продухи тут оставила с краев небольшие. Не задохнуться. Все проветрила. Все. Идем дальше. Зимуют у меня гортензии древовидные. Они морозов не боятся. Поэтому вот так вот. А тут еще вот у меня туя зебрина. Ну вот так они у меня прям на улице стоят под снегом. Ничего им не будет. Очень выносливое растение, древовидная гортензия Аннабель. Еще одно местечко у меня, где я храню свои многолетники. Можно сказать, прям под забором. Тут выстелила место между отмосткой. Вот здесь вот отмостка, гараж, отмостка. И вот тут маленькая полосочка под забором. Я ее выстелила геотекстилем, чтобы не прорастали сорняки, и наставила горшки. Тут у меня вот астильбы зимуют, эхинацеи. Ну, тут всякие растения, что сейчас их не угадаешь. Это вот подготовленный к продаже бузульник. Кустарники. Так, надо перевернуть горшки. Видите, когда вот ставишь, так вот, надо в перевернутом виде. Так. Ну, здесь у меня ирисы немножко, ящики с кустарниками какие-то. И здесь вот гейхера тоже, вот видите, вот она зимует прекрасно, гейхера. Хоть под снегом, хоть без снега. Вот они, вся живенькая, все. Вот так. Ну, вот так хранятся горшки с сиренями, которые еще на доращивание, не на продажу, они еще низенькие. Ну, в принципе, они уже достаточно взрослые, им, наверное, третий год, но в горшках они плохо растут. Вот ставлю вдоль заборчика, вот так вот. Здесь у меня флоксы подготовленные, рассаженные. Весной пойдут и на продажу. Это ива нано, маленькая такая шаровидная, красная. Вот, а это форзиция, тоже будет цвести. Вот уже длинные кусты, сантиметров по 70 точно. Вот они. Такие вот. Вот. Ну и тут еще есть сирень. Не смогла я ее что-то убрать. Вот она. Закрыта. Я думаю, что она неплохо перезимует. Зима не такая лютая. Вот она тоже как бы с меня ростом, вот эта сирень. Вот эти вот кустики, вот эти. Вот. Ну и вот так вот выглядит тележка. Вот. Сиреньки. Ну, тут еще какие-то горшки стоят. Я уж даже не помню, с чем. По-моему, мелисса. Да, здесь у меня мелисса. Ну вот так я храню свои многолетники. И вот это еще одно место у меня для хранения. Это прикоп. Ну, такое низинка вырота. Вот. И здесь стоят у меня пионы, флоксы в горшках, клены там есть, сирени.
Ну, все тут, в общем, вот так вот. В низинке, на поддоне. Весной это место затопляется, бывает, когда много снега, но это кратковременно. 1-2 дня вода сходит, растения еще спят. Ну, вот так вот хранятся многолетники, которые зимуют в нашем климате и предназначены для продажи весной. А это у меня грядка на доращивание хвойные растения. Растения очень красивые. Тут много разных сортов, расцветок и наименований. Ну, сейчас уж я их, конечно, по памяти все не помню. Но красота необыкновенная. И желтые, и голубые, и с таким приростом цветным. А вот эта елочка, я ее себе оставила, да что же она красивая. Растет не так быстро, и у ней весной белые кисточки, прямо вот здесь, белые. Ну, в общем, все красиво, да. Вот, смотрите, какая калина. Ягоды не стала обрывать. Пусть такая красота будет в огороде. Очень красиво. С хвойными она у меня тут рядом растет. Прям красиво. Так, это грядочка с хвойными. Вот на этой грядке у меня лилейники в горшках. Но их тут не видно, что про них говорить. Вот. Следующая грядочка – это сирени. Вот. В горшках сирени. И потом буду их на штамбе формировать. Маленькими невыгодно продавать. Вот. Но тоже вот такой момент. Вот сформировала. Смотрите, какое растение. Вот. На штамбе было все. 3 года выращивала, а оно взяло прошлую зиму и замерзло. Было готово к торговле. На штамбе сформировано все красиво. Диковинный сорт и погиб. Теперь я делаю вот так. Так, здесь у меня подастра. Грядочка приготовлена. Вот идем в железную теплицу, в холодную. Так, здесь я храню многолетники. Ну, с самого начала и начну. Вот тут у меня астра многолетняя. Это гортензии остаточки недопроданные. Гейхера. Вот, декабрь месяц, а она бодрячком. Вот такая красота. Зимует прекрасно гейхера. И под снегом, и без снега. Вон какие красивые сорта, смотрите. О, всякие были у меня, да. Это у меня молоденькие такие череночки. Черенковала я флокса диковинного сорта тоже. Так, это... что это такое у меня? Жасмин, чубушник. Это... гортензия крупнолистная, ну тоже своего рода эксперимент, как перезимует. Вот это черенки, то же самое. Вот тут у меня растет прям в грунте калина бульданеш. Вот это у меня чубушник. Все почищу весной, выкопаю и по горшкам. Вот она у меня за лето выросла, вот, наверное. Ну, метр точно, вот она мне по пояс. Вот. За 1 лето из черенков. Так, гейхера опять тут сидит. Это у меня черенкуется бузульник. Это я клен черенкую и бузульник. Вот, посмотрите, зима, вот черенки. Ну, он видно, что укоренился, и листву даже не сбрасывает. Удивительно. А на градуснике здесь, вот градусник у меня, ну-ка, 0. На улице +1.5, здесь 0. И тем не менее, все вот так зимует. Здесь у меня астра стоит. Немножечко прикрыла коробкой, но это не суть. Это астра. Ой, что сказала астра? Хризантема. Хризантема. Так, ну там что-то черенкуется под коробкой. Гортензии тоже на реанимации. Вот летом я залила в горшке и высадила сюда. Она прям поперла.
И вот ради чего мы сюда пришли. Как я теперь храню сирени? Храню их здесь в теплице, в лежачем положении. Они как тот, я загубила куст сформированный. Вот. Вот так укладываю. Вот они уже взрослые растения в 10-литровых горшках. Вот они. Все, готовы к продаже на эту весну. Но если сейчас вот понизится температура, как бы резко, в январе-феврале, я тут еще накрою с помбондом. Но в теплице всегда все лучше перезимовывает. И вот здесь накрытые уже крупнолистные гортензии у меня. Вот я в комментариях там всем задавала вопрос. Ну вот они у меня, значит, из черенка вымахали их. Вот такие вот здоровенные, и уже набрали бутоны. Это было осенью, вот. И я не знала, что мне делать с ними. Прищипывать или вот так, чтобы они ушли. Вот, ну вот оставила как есть. Все-таки, если бы я вверху где-то подрезала, то кто знает, как бы цвела она на будущий год или нет. Ну вот так вот закрываю. Вот так зимуют у меня теперь сирени, которые предназначены к торговле вот на весну. Вот он, смотрите, вот 10-литровый горшок, вот штамп такой уже большой. Вон он длиной 2 метра, они выше меня были. Вот. Ну вот это все у меня тут гортензии. Вот они все гортензии крупнолистные. Все укрыто. Так, это уже приготовлена ромашка к продаже. Вот. Ну и тут тоже хризантемы это. Так. Вот так я сохраняю теперь кустарники, у которых очень высокая крона уже вымахала. Гортензии, сирени, ну что-то еще. И черенкую здесь все. Вот такая красота. Так бывает, когда оставляешь не на месте. Ящики с многолетниками. Вот, пожалуйста, след протектора. Сдавали назад и наехали на мои растения. Ну, здесь у меня хосты в молочных пакетах, поэтому ничего им не будет. Я особо не переживаю. Но мне урок.